В Белютово прекрасная природа, река, много зелени. Все это местные жители любят и ценят. Поэтому нашествие строителей не пришлось им по душе. У нас очень крутой берег, сильно осыпается. И мы, в общем-то, тут вот как боремся за каждый цветочек, за каждое деревце, потому что вот берег все ближе и ближе. И тут приезжают рабочие, начинают просто спиливать безбожно эти деревья. Разрешение на работы и какую-либо другую документацию подрядная организация не предоставила. Вырубка деревьев тоже происходила незаконно. И тогда жители деревни решили не давать больше возможности бурить скважины и вкапывать столбы. Началась война. Ольга Тюрина родилась и выросла в Белеутово. Увидев варварское обхождение с близкими ее сердцу деревьями, встала на защиту родной деревни. Видела, они собираются бурить. Ну, подошла, попросила приостановить работу, так как не были предоставлены документы на данную работу, что мне сказали, мы вам ничего предоставлять не будем. Ну, мне, естественно, пришлось подойти ближе к столбу и не дать дальше пустить его в землю. Почти одновременно с нашей съемочной группой приехали сотрудники Госадмтехнадзора, после чего ситуация начала в корне меняться. При проверке документов было выяснено, что документация, которая была в наличии у подрядной организации на реконструкцию ЛЭП, имелась на один участок работ, а на другом участке работ, где они производили работу, никакой документации на производство работ не было в наличии. То есть отсутствовал ордер на производство земляных работ и иные разрешительные документы. Срубленные ветви деревьев попадают под нарушение закона Московской области о благоустройстве. К подрядной организации, по словам сотрудников Госадмтехнадзора, будут приняты меры административного воздействия. Но сами подрядчики уже готовы идти на компромисс. Обещают частично кабель убрать в землю и устранить все свои недостатки. Столбы, которые будут проходить верхом, они не затрагивают интересы жителей. Там более чем 5 метров охранная зона. Поэтому на сегодня понимание есть полное. Мы в понедельник встретимся. А пока у рабочих есть возможность половить в Пахре рыбу. Она тут еще водится. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.